Всем привет, ребят. Обзор игры Pump Quest. Так, немного об игре Pump. Я так понял, мы будем искать какие-то боеприпасы или оружие, что-то такое с этим связано. Проще говоря, это, как я понял по описанию, это мощный минерал, который можно использовать, да, для улучшения оружия или способности. Их, короче, украли бандиты Пампа. Так скажу, памп украли бандиты пампа. Как-то, короче, как-то вот так связано по описанию это все. Якобы они создают какую-то офигенно мощную армию, которая умеет быстро передвигаться там и тому подобное. Короче, со всеми такими сверхъестественными штучками. Так. Переходим. Упс. Так, переходим к обзору. Так, Pump Quest. Музыку я уже отключил, она очень громкая и не убавляется. Оу, ёпта мать. Так, у нас сразу идет начало. Ходьба. Ну, тут даже нету выхода. Вот я так понял, пампы вот эти хранятся вот в этих ящиках. Это движение странное. Вообще настроек никаких нету. Карт, медиум. То есть, короче, это сложность, да? Так, флур. А здесь что? Ух ты, мы еще можем. Так, миссии. То есть, здесь берем задание, челлендж, что? Здравствуйте. Движение какое-то, знаете, такое странное, на самом деле. Оно полуплавное, то ли так... Это, я не знаю, как это правильно объяснить. Это вам надо самим попробовать, почувствовать. Так, загрузка 52. У нас что, получается, выход только туда, да? К заданиям. Так, это что такое? Ладно. Но получается только один выход. Здесь берем задание и туда. И блин, конечно, страшно загрузка прям, я думал, все, смертельный номер. Ох, так, игра в бета-тестировании, вроде как я понял, то ли в раннем доступе. Так, первая часть, это у нас якобы какое-то оружие, я так понял, этого плуровская, да? Так, подожди, здесь можно открывать ящики. А в ящиках? Так, патроны. А, открываются не все ящики, а только один. Так, есть лазерный прицел. Попробуем. Ни хрена себе. Это типа наши враги, что ли? Вау. Так, ну с них тоже всякие прибомбасики падают. Так, смотрите, хилка, патроны. Прекрасно. Ну, давай. Гори быстрее. Это камушки. Хотя их можно было проще просто стрелять. Так, это отхил. Ёпарасете. Нормуль. С какой стороны они идут? Что это вообще такое? Какие-то мини-дроиды. А, в смысле, они даже без головы атакуют. Охренеть. Жесткие типы. Так, здесь загрузка какая-то 80 чего-то там процентов. Пока я еще путем ничего не могу понять. Нам нужно возвращать механизмы или что-то такое. Здесь патроны, да? Нет. А здесь тоже ни хрена нет.
как он прыгает. Так, стоп, я отсюда пришел, вроде, насколько я понял. Ну да. А как можно было так промахнуться мне, да? Ёптер-тер. Они вроде как и не нападают. А, так, здесь нет. Здесь просто 24 по 2 патрона падает. Обалдеть. Как это много. А, здесь если упал, можно вот так, да? А, ясно, я понял вас. А, нет, так нельзя прыгать. Что это? Мультиплеер? Что? Открытие двери, подожди, у меня у нас задание Турец. 7 Турец. Пока здесь все закрыто прям. Никаких артефактов, ничего мы не взяли. Так, а он что открывает? Что за открылось? Я думал, вот это ворота, кстати. Чё-то я уже только начал, уже застрял. Так, ладно, значит, мы просто что-то пропустили грамотно. Вот. Ой, патроны. Я смотрю, здесь это вообще дефицит. Так, здесь подключение, загрузка. В принципе, понятно. Здесь я тоже все проверил. Кроме, наверное, вот здесь, скорее всего, какой-то ящик я пропустил 100%. Но здесь просто закрытая дверь. Так, здесь 50 чего-то стоит. Так. А это? Не знаю. Что-то подбираем, а что-то нет. Ёб твою мать, дурак. Напугал меня. Ну все, здесь, по сути, здесь выходов нет. Я только не понимаю, с какой стороны он появился. О! Видали, да? Что я могу? Ну и все. По сути, я все собрал. 55 стало. Блок, кстати, 50, да, вроде чем-то. А, смотрите, мы открыли вниз. Турелька. То есть, да, мы ее можем починить за механизмы, которые нашли. Падает с этих роботов. А, она стреляет. Турелька-то стреляет. Прекрасно. Так, давайте мы тебя тоже починим тогда. И у нас две турельки. А она, видит, как-то... Как называется этот жанр? Total Defenders, да, или как там? Где получается башни нужно ставить? Как там? Как это правильно? Нет, это же название Total Defenders. Как это? Томбы. Как этот жанр называется? Хер пойми, я не помню. Врать не буду, тупить тоже. Хотя уже протупил. Так, у нас есть сюда проход и сюда. Девять патронов. Это беда. Так, стоп, дайте сразу откроем. Мало ли что. А здесь и некуда.
Получается, где-то что-то открылось уже. Угу. Ясно. Вот как это все действует, как это работает. Блин, прекрасно. Я уже думал, я не знаю, где буду патроны брать. 3, 2, 1. Меня кто-то стреляет. А кто? Ах ты, петушня. А, нет, не ты, да? Дистанция 202. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что здесь творится? И кто-то с какой-то стороны едет? Ой-ой-ой, дистанция 160. До нас босс, походу, какой-то защитник идет. Давай уже взрывайся. Он приближается. Что самое интересное, он приближается к нам. Так, куда идти-то? Там, походу, там вообще стрельба жестко идет. Все ясно, там турели. Ё-просоте. Ё-моё. Все, патронов нет. А что мне делать, если нет патронов? Не беда, просто убегайте, да? Короче, под турелями бегать еще как вариант. Где патроны? Алло. Они все воскресились. Может, здесь что-то можно сделать? А, 50 патронов, да, действительно. Их и жизнь воскресили. Отлично. Бежим сюда. Ёп, где турельки мои? Вот они. Ё-моё. А, все, босса-то собрали. Ах, прекрасно. Супер просто. Охренеть, смотрите, сколько у него всякой хусяхи. Отшибись от меня, дурак. То есть с него падают вот эти штучки. Так, у нас 40 всего. И куда нам идти теперь? Это типа потайного входа, да, я так понял? Ну да, она при мне и открылась. Давай, взрывайся. Ой-ой-ой, там второй. Так, а это что за дверь? Куда ведет? В смысле? Здесь на туре прохода нету? И что вы предлагаете? Она же при мне, да, вроде открылась, нет разве? Это
этот... А, эти все закрылись. Вот видите, что. Может, скорее всего, опять где-то что-то... Здесь тоже прохода нет. Но идет стрельба. Но у нас уже 2 из 7 задания. В принципе. Нет, тут мы тоже все были, все посмотрели вроде. Так, 20% осталось. Питание, вроде как я понял. Это что такое? А, это скорее всего туда в питание ложить надо будет, да? Поддерживать якобы. Ну-ка. Да. Ясно. То есть падают нам на эти улучшения, вот эти штучки все. Мы их тратим на поддерживание твоего корабля, я так понял. Так, а чё с тобой нельзя? Я думал, ты мне улучшить поможешь. Алёша, ну это мастерская, да, их за эти штучки улучшаешь. В смысле, еще один босс появился? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Коллектор. Ну что открылось-то, я не могу понять. Turret True Fire. А, ну вот получается вот эти защиты. Нет, не они. Может, здесь, скорее всего, дверь опять открылась, нет? Но здесь ничего нету. А, так вот он. Блин. Ну как так-то? Здесь открылось что-то, нет? Просто интересно уже, куда это ведет все. Так, тут закрыто. Там тоже. А, вот, открылось дополнительно. Ну здесь 100% появится босс, 100%. Да, дистанция 220. Нам нужно приготовиться. Ох, у нас что, оружия нет? Нормального, мощного. А, ну здесь, смотрите, это же и питание. Патроны, сразу все полностью вооружаемся. Турели. Но он сейчас помощнее будет. Я чувствую. А, гранаты есть у нас. На туре. А я и не знал. Так, турели. Это активация турели, да? Есть.
Так, о чем мы еще взяли? Ну, я говорю, это получается квест с поднятием воскрешения, поднятие турели. Ёб твою мать. Ну, мы его вообще разнесли на раз-два. Так, мы получили ключ. Вот это плохо, конечно, что она не опускается. Так, и куда в итоге идем? Еще один босс. Обалдеть. Ты посмотри, что. Неугомонные. 55 метров дистанция. Твою мать, я током бьет меня. Это уже другое, смотрите, этот. Твою мать! А, отлично. Как же хорошо турельки, а. 3500 получили мы. Теперь мы можем сюда войти, да? Да. Лифт, рич. Да, ну это тоже такая жесткая в какой-то степени выживалка, что ли. Очень проста, в принципе, любой человек, любой осилит, любого возраста. О, я уже стреляю, это комната номер 2. То есть, гранаты, это что? 1500, а все дальше и выше, дальше идешь, короче, там у нас получается, как вам сказать, все мощнее и мощнее все будет. О, а здесь летающие же, видели? Значит, здесь уже помощнее оружие будет. Видите, здесь уже прокачка идет. Красных. То есть уже мощноватые такие. Пылесосы какие-то ходят. Так, пылесос. Так, быстренько пробежимся. Так, все, миссию мы выполнили. Компьютер расхерачил нахер. Да, бум. Ну вот, в принципе, вот что-то из себя вот так представляет. Кто хочет, конечно же, вы можете скачать, купить, приобрести. Пиратка 100% есть. Как бы разрабы дали ключ, я показал. В принципе, вроде как обзор удался. Игра в какой-то степени плоха, никаких заморочек, ничего нет, просто мочишь, бьешь, уничтожаешь и все. Вроде как и по душе. В какой-то степени, но для прохождения это уже слишком. В принципе, только чисто для обзора геймплея, такого небольшого обзорчика.
То есть мы добываем до получается добываем данные конструкции, то есть вот этого какого. Скажите, где пампы, вот эти пампы, то есть вот эти запчасти. И благодаря им уже мы усовершенствуем свое оружие, и, соответственно, они падают с врагов, боссов, ну и всяких разных ящиков. В принципе, как-то так. Наша цель их собрать, улучшить себя, сделать мощнее, ну, соответственно, сюжета, грубо говоря, в игре нету, и все очень легко и просто. Поэтому всем спасибо, ребятки. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Всем пока.